for Messam Construction. We have built lots of projects in Cyprus. To the extent that we have delivered 300,000 square meters of property already. So we are a very experienced construction company. Recently we have started developing our own projects, and Çatalköy, which we finished and handed over earlier this year, was one of these. It is specifically a holiday village. We have had lots of foreign customers for this project for the first time, and I believe you have seen pictures and scenes from this project. It is very much liked, and in order to continue this, we have started a new project, which is opposite Escape Beach on the Alsancak side of Kayseri. It is a much better location, I believe. It has an elevated position. We have excellent views of the sea and the mountains, and we think it will be a success, just like Çatalköy. Именно в этом месте, в Алсанджаке, будет построен новый комплекс компании Messam, который мы видели в гостях у Людмилы и Владимира. На этой территории будет возведено 13 блоков апартаментов. В проекте предусмотрены односпаленные, двухспаленные и трехспаленные квартиры по индивидуальному запросу. Вся территория будет также озеленена. Будет произведен ландшафтный дизайн. В комплексе предусмотрено два бассейна для взрослых и два бассейна для детей. Сам комплекс будет находиться в шаговой доступности от морского побережья с великолепными песчаными пляжами. И в непосредственной близости от главной дороги, которая насыщена всей необходимой инфраструктурой. Бары, магазины, рестораны, дискотеки. По главной дороге вы можете добраться до города Кирени в течение 10 минут на маршрутном такси и в течение 5-7 минут на автомобиле. Застройщики обещают также устроить здесь отдельную обслуживающую компанию, которая будет заниматься непосредственно арендой апартаментов. Так что если вы захотите просто инвестировать деньги в недвижимость на Северном Кипре, компания будет заниматься тем, чтобы сдавать в аренду ваши апартаменты. Здесь, вблизи двух самых популярных пляжей, эти апартаменты будут пользоваться безусловным спросом среди отдыхающих, туристов, так и просто местных жителей, которые иногда на лето арендуют себе такие небольшие летние домики. Стройка начнется со дня на день, и уже подвезены все строительные материалы, выровнена дорога, подготовлен участок земли к застройке. Все деревья, которые вы видите здесь, будут сохранены для ландшафтного дизайна, для паркового дизайна. Все будет расположено. Все апартаменты будут выстроены в несколько линий. Зелень будет сохранена, посажена новая. И этот комплекс обещает стать одним из самых лучших в Алсанджаке по расположению, по обустройству и по популярности. Квартиры в этом комплексе будут точно такие же, как мы видели у Людмилы. Однокомнатные, односпаленные квартиры со спальней на втором этаже,
Двуспаленные апартаменты, называемые пентхаусами, будут расположены на третьем этаже и иметь отдельные входы. По запросу компания может изменить планировку и сделать трехспаленные и даже четырехспаленные апартаменты. Строительные планы уже готовы, документация тоже, и в самом скором времени мы уже увидим, как здесь начнут вырастать желтые каменные домики. Очень уютные, светлые, как будто созданные специально для этого климата, для этого места, для Северного Кипра. Приезжайте и будьте первыми, кто может себе позволить этот рай на земле.